Первый школьный звонок в новом учебном году прозвенел в ульяновских школах. В этом году за парты сядут более 16 тысяч первоклассников. Старейшим учебным заведением Ульяновска почетной миссии дать первый звонок удостоилась Элина Морозова. Дочь главы области пошла в первый класс гимназии номер 1 имени Ленина. Гостем торжественной линейки стал губернатор, поздравивший всех гимназистов, учителей и родителей с Днем Знаний. Первый учебный день сентября традиционно занимает особое место в нашем праздничном календаре, в наших сердцах. Это по-настоящему замечательный, светлый, добрый праздник. В праздничный день все первоклассники гимназии получили бесплатный билет в театр юного зрителя и отправились на свой первый урок. Он носил название «Урок Победы» и был посвящен нашим славным предкам, сумевшим отстоять страну в Великой Отечественной войне. Родители первоклассников с волнением встречают этот праздничный день. У тех, кто этот важный рубеж уже преодолел, спокойствия больше. Мы идем уже как себе в дом, в родной. То есть, конечно, не знали ни родителей, ни детей. Был очень сложный год, но сейчас мы уже многому научились, со многими познакомились, очень оценили эту школу, очень довольны. И вспоминают, как 1 сентября проходило у них в школе. Традиции остаются неизменными, а школьный год запоминается очень хорошо. До сих пор, когда песня звучит, учат в школе, я какое-то вот, знаете, вот такое волнение, слезы наворачиваются, вот такое же торжественное настроение. Я помню, меня вела мама с папой, родители вели. Первый раз в первый класс. Эта фраза актуальна не только для школьников, но и для студентов. Только вместо классов у них университетские аудитории. Для первокурсников все тоже в новинку. Чувство, знаете, определенного небольшое волнение. Это все-таки новая жизнь, новые знакомства. Это жутко интересно и волнительно, я думаю так. Хочу быть педагогом, потому что в данное время педагогическое образование, оно очень востребовано. И я считаю, что учить детей – это мое призвание. Будущих учителей ждет еще много дней знаний. Это большая честь, но и большая ответственность. Тем более, что когда выпускники Ульяновского педагогического университета придут на работу в школу, в образовательных учреждениях будет много изменений. Перед педагогическими вузами России особые задачи, поскольку идет национальный проект образования. И вот те, кто пришел к нам в этом году на первый курс, это те, кто будут реализовывать этот национальный проект. В этом году на первый курс в университете поступило 1100 человек. С началом нового учебного года их поздравил губернатор Сергей Морозов. Егор Титов, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.